Идем в магазин. У нас с собой есть еще и купон на 100 рублей. Очень хорошая акция. Ну, плюс ко всему, посмотрим, какие сегодня есть скидки. Гуляем в поисках скидок. Очень, кстати, помогает. Основной набор продуктов взяли, а потом в течение недели докупаемся по акциям. Помогает ли это экономить? Да. Много. И хорошо. О, сегодня скидочка на масло есть. Но маленькая, всего 25%. Все? О, Жаклин по 20,90. О, тоже скидка, 36%. Но мы эти конфеты просто не очень любим. Скидка 52. 419 стоило, стоит 199. Конечно, возьмем. Угу, напиток. Ну, дети такой любят. Годен до 6 мая. Стоил 79, стоит 36. Очень классная скидка. Скидка на колбасу неплохая. Так. До 1 мая. Да, у нас ее съедят за один вечер. В корзинку. Что у нас тут еще есть? Черкизовскую мы не очень любим, но вообще оптимистично. О, колбаса сырокопченая пражская. Но это маленькая скидка, подождем, когда будет побольше. Творог 1%. Ну понятно, что он 1%. Но зато он по 67,90. Скидочка 35%. Пойдет. Фасоль по-домашнему с грибочками. Так-то она стоит 112. Сегодня по 70, скидка 38%. Кстати, неплохо. Конфетный ряд. По 110 рублей килограмм. Татьяна Евгеньевна набирает. Вкусненькие? Мы, конечно, любим, когда скидка вот на эти конфеты, но сегодня ее нет. Кстати, вот еще темная ночь. По 14,50. Вот, темная ночь. Темная ночь. Ну где вы такие конфеты шоколадные найдете по 140 рублей кг? Только у нас. Ну вот как удержаться и не взять камамбер с плесенью за 62 рубля вместо 129? Никак. Никак не удержаться. Возьмем две.